Всем привет, друзья! Канал Солимп в работе. У нас Toyota Land Cruiser 150 Prado. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию пола. Салон мы разобрали. Краткий обзор штатной шумоизоляции. Видите, в багажнике ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции. Также задние арки голый металл. Но это одни из самых шумных мест в автомобиле. Пол в салоне смотрим. Пол в салоне. Ну, пол в салоне более-менее виброй обработан. Но, по мнению владельца, все равно не хватает шумоизоляции. Готовим поверхность и исправляем.